Всем привет, надеюсь, вам понравилось вступление. Сегодня большинство современных телевизоров поставляется с операционными системами. У LG это WebOS, у Samsung Tizen. Если нет специальной операционной системы, то зачастую это просто обычная оболочка Smart TV. К чему я все это? Телевизоры в современном сценарии использования в первую очередь являются мультимедийными устройствами. Можно смотреть YouTube, подключить стриминговый сервис и смотреть любимый сериал, ну а уже потом смотреть новости и всякую лабуду. Но, что если у вас нет ни WebOS, ни Tizen, ни даже Smart TV? Приходится смотреть Doom 2, чтобы хоть как-то развлечься. Подушки. Ты что, выкинула подушку? Ты выкинула подушку? Выкинула подушку? Вставай, подушку! И вот чтобы не смотреть такое, можно купить телеприставку от Xiaomi, Mi Box, Android TV, либо Apple TV. Да даже на крайняк недавно представленную Яндекс-станцию и превратить ваши старые захудалые телевизоры в современное устройство. Из минусов такого решения. Все эти телеприставки, умные колонки нужно куда-то размещать, но к сожалению не у всех есть много места рядом с телевизором. А если у вас телевизор висит на стене, то кипа торчащих проводов от телека, ну это вообще не камильфо. А во-вторых, это цена. Apple TV начинается от 10 тысяч рублей, Яндекс-станция тоже недалеко ушла. Xiaomi Mi Box более доступны, но опять же возникает вопрос, куда ее девать, если нет места. И здесь к нам на выход приходит компания Google, которая представила гениальное по простоте устройство еще в 2013 году. Chromecast. Периодически Google обновляет эти устройства, и сейчас они доступны в трех основных вариантах. Первый – это Chromecast 2015 года с поддержкой Full HD разрешения. Второй – это Chromecast Ultra с поддержкой уже 4K. Ну и третий – Chromecast 2018 года, который является обновленной версией 2015 года. Есть также Chromecast Audio для стриминга музыки, но не про него сегодня речь. Я пользуюсь Chromecast 2015 года, сейчас в России уже можно купить версию 2018 года, между ними немного отличий. Другой дизайн, поддержка Bluetooth, улучшенные модемы для Wi-Fi соединения, а также возможность воспроизводить Full HD видео 60 кадров в секунду, если, конечно же, ваш телек поддерживает такое обновление кадров. Если посмотреть на цены 2015-2018 года, то разница между ними несущественна. И если бы я сегодня покупал себе Chromecast, я бы, конечно же, взял версию 2018 года с упором на будущее. Итак, что нужно для того, чтобы пользоваться Chromecast и как он нам может быть полезен? Для того, чтобы подключить Chromecast, вам необходимо иметь вход HDMI в телевизоре. А для того, чтобы подсоединить Chromecast к питанию, можно воспользоваться USB входом. А если у вас нет USB в телевизоре, то в комплект идет адаптер питания. Итак, подключаем Chromecast к телевизору и скачиваем приложение Google Home. Проходим все необходимые настройки, подключаем Chromecast к Wi-Fi сети, задаем имя и вуаля, можно пользоваться. Что можно делать с помощью Chromecast на телевизоре, помимо просмотра YouTube роликов, собственно того, ради чего его покупают 90% людей? А делать можно много чего интересного. Во-первых, превращаем телевизор в фоторамку, это называется спящий режим. В спящем режиме можно наблюдать красивые фотографии из библиотеки Google, это пейзажные фотографии, картины, снимки Земли с космоса и стрит-арт, а также отображать, что это за фотография и кто ее автор. В дополнение можно показывать время и погоду на улице. Если чужие фотографии вам не интересны, можно включать собственные фотографии из Google Photos. Отображать фотографии можно альбомами, которые вы составляете в Google Photos, а также отдельно конкретных людей, если вы активировали функцию распознавания лиц в Google Photos. Можете посмотреть мой самый первый ролик на эту тему, если у вас эта функция не активирована. Мы иногда просто лежим и смотрим на телевизоре наши старые фотографии с альбомов, которые мы оцифровали на смартфон. Как легко и качественно оцифровывать фотографии с помощью смартфона, я хочу рассказать в одном из следующих роликов, так что можете смело подписываться на канал, если еще это не сделали. Второе. С помощью Chromecast можно транслировать вашу музыку из Google Play Music или других сторонних сервисов, которые поддерживают технологию Chromecast. На телевизор с помощью Chromecast можно также транслировать экран браузера Chrome или ваш Android смартфон. Применение этому можно придумать множество, у кого какая фантазия. Можно, например, играть в какую-нибудь простую игру без экшена на телевизоре через трансляцию, например, Hearthstone или Angry Birds. Либо, если вы хотите что-то показать на экране вашего смартфона большому количеству людей у вас дома, транслируйте экран смартфона на телевизор с помощью Chromecast, и всем будет удобно. Ну и последнее, самое ценное, я приберег в конец. Если у вас iPhone, то вы можете купить подписку на Netflix, Амедиатеку и смотреть любимые фильмы и сериалы на телевизоре в два клика, это очень удобно. А если же у вас Android смартфон, то можно пользоваться прекрасным приложением, про которое я уже рассказывал, HD Video Box. Если у вас Android смартфон, обязательно рекомендую к просмотру это видео, прям обязательно. Скачиваем специальное приложение для трансляции на Chromecast для HD Video Box,
выбираем любой фильм или сериал, жмахаем по кнопке Chromecast и наслаждаемся. Все просто в три клика. Если вы хоть раз пробовали посмотреть фильм на телевизоре через компьютер, то вы оцените функцию. Раньше нужно было скачивать фильм с торрента, подключать ноутбук к телевизору, иногда видео не работало, то кодеки не пашут, звук не работает. Теперь же все настолько просто, это реальный кайф, поверьте. По итогу, что мы имеем? Chromecast – это недорогое устройство, которое расширяет возможности вашего обычного телевизора и превращает его в полноценное мультимедийное устройство. Вся эта радость на момент записи этого видео на Яндекс.Маркете стоит от 2700 рублей за версию 2015 года и 3100 рублей за версию 2018 года. Если вас интересует версия с поддержкой 4К разрешения, то она, конечно же, уже будет стоить заметно дороже от 5400 рублей. Так что если хочется смотреть на телевизоре YouTube, фильмы и сериалы без проводов и не париться, крайне рекомендую Chromecast покупки. Ссылки на Яндекс.Маркет для вашего удобства я оставлю в описании под видео. Большое спасибо, если досмотрели до конца. Ставьте пальцы вверх, если понравилось. Увидимся в следующих роликах. Всем спасибо, всем пока. Для того, чтобы подключить Chromecast, вам необходимо иметь вход HDMI в телевизоре. А для того, чтобы подсоединить Chromecast к питанию, можно воспользоваться USB-входом.